Пошел-ка я отсюда. Не стой. Эй! Да. Ха! В пятером медом намазано на топе, жесть. What the fuck is this? Вот это ты зря сделал. Ух ты. Ой-ой-ой. Забудем? Нормально, под бафами, хорошо. И это на вставочку, между прочим. Ну что, всем доброго времени суток, друзья. Сегодня у нас опять очередные мощные, опасные, нереальные ТБшки. Это, конечно, у нас 15К плюс 13, 14, 14, 10, 10, 16, 16, 9, 8, 12, 5, 10, 15, 5. Мощные ТБшки, опасные, нереальные, где просто нереально мощные игры. Прям вообще, да, конечно бы. Сказал бы я, но, к сожалению, не скажу. Потому что эти игры крайне тяжелые, их выигрывать невозможно. Эти игры нереально выиграть. Соло невозможно. Ну, давайте сегодня просто еще одну пробежимся. Обязательно посмотрите еще прошлые каточки, которые я плеял. И что я могу сказать, ребят? Я могу сказать, что эти каточки не такие простые, как они могут там вот это показаться, да? Поэтому не забывайте поддержать лайк подпиской. Ну и, конечно, залетать, посмотреть другие видосы. Да, я для вас постарался. В целом, я не знаю, сколько еще будет таких каток, но посмотрим. Посмотрим, сколько еще будет этих игр. Я не могу обещать, их очень много. Очень много. В принципе, их и так уже я нормально нарезал, нормально наиграл. И в целом, выложил самые интересные, которые были. Потому что были и вообще овер неинтересные. Где просто сначала бегаешь там образно 8 на 0. И потом, по стечению обстоятельств, когда у тебя два саппорта по 2.15, проигрываешь. То есть, такие игры нет вообще интереса выкладывать, потому что, ну, не знаю, там очень много различных маток в чатах пацаны пишут, потому что это хай ТБшки, все профессионалы. Ну и в целом, не хотелось бы, конечно, показывать такой контент, потому что стараюсь именно давать какой-то более-менее нормальный контент. Ну и желаю всем приятного просмотра. Поехали, ждем. Ребята пока отдуплят и потом пойдем. Потом пойдем. Или сейчас пойдем. Пока не могу сказать, ребят. Поэтому ждем. Ждем. И стартуем. Спасибо всем, ребятки, кто смотрит. От души. От души, ребятки. Чтобы играть эти игры, тут уже неоднократно я говорил, просто нужно брать всех имбалансных персонажей, именно метовых героев. И если метовые герои, метовые саппорты здесь у нас имеются в катках, то, конечно же, у вас все будет получаться в этих играх. Поэтому берите мету, играйте метовыми героями, и в целом у вас все получится. Если вы хотите добиться результата именно в этих каточках, то это не проблема. Это вообще максимально простенькие игры для того, чтобы... Вот просто у вас, да, команда попадается, хорошие, адекватные ребята. Вы просто берете метовых персонажей и сломаете эту игру. Просто нафиг сломаете, и все. Никаких проблем. Очень простенько, поэтому не забывайте, если хотите выиграть, играть на метовых. Кто такие метовые герои? Метовые герои — это сильные герои 85-й карт, понимаете, да? То есть, если 83-й Шторм и Лина сильные, то 85-й они слабые. То есть, понимаете, да? Ну, вот эту всю тему. Поэтому, ребят, работайте. В этой карте у нас сильный инвокер там сильный, потом различные всякие там алхимики, все, что дерется, опять-таки, все, что апнуто, там аппарат будет сильным. Там, теоретически, это будет неплохой персонаж, там, Лего, потому что он дерется. Сралк там, возможно. Потом, кто еще? Возможно, еще будет у нас неплохо смотреться здесь что-то типа Мартретки, потому что она тоже дерется. Слардары, Питлорд очень сильный герой в этих картах, потому что ему просто подсобирают там всякие ВГшечки, пайпы худые, и просто понеслась. Феникс тоже очень имбово заходит. Некролайт неплохо. Если в команде вы все вместе играете, то вы спокойно можете выиграть любую игру. Реально. Любую игру просто впятером душите, просто по одним лайнам идете, и все. Никаких проблем у вас не будет. Поэтому вот как-то так. Как-то так, пацаны. Ну что ж, это, наверное, у нас
Я думаю, крайняя ТБшка. Если еще успею, может быть, еще и сыграю пару ТБшек. Но не забудьте посмотреть прошлые ТБхи, которые у нас были. Там тоже есть фановые игры. Неплохие, что-то необычное. Допустим, Вивер 4. Вивер 4 неплохой. Тоже неплохая тема. Поэтому, парни, Вивер 4 неплохо залетает. Вивер 4 с Аганимом. Прикиньте, если еще туда Октарин докидываешь. Это прям неплохо. Это прям неплохо. Та-та-та-та-та. Так как здесь в этой карте все файтятся, нужно просто собираться в пятером как-то. Пытаться давить. Если вы давите, если у вас персонажи раннего пика формы, то просто собирайтесь вместе и душите. Никаких проблем не будет. Оппоненты могут не собраться, не попытаться даже дать какой-то отпор, потому что им будет тяжело. Морально, физически. Так что двигайтесь. Ладно, слишком много болтовни, это по-любому вы все равно перемотаете, поэтому ждем. Просто потом перемотаю все. Так, ну что, ребята, загрузилась у нас каточка. Сейчас пойдем некстовой каточке душить или не душить. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить. Так, и готовится у нас игрулька. Реально готовится. На мощности у нас. На мощности эта катка. Посмотрим, что будем брать. Что-то веселенькое бы. И смотря куда. Смотря куда. У нас бара есть. Ничего себе. Бара. Ничего себе. Это баратрум, ребята. Есть баратрум. Есть баратрум у нас здесь. Некролайта. Баратрумы есть. Некролайта. Омник и Химик АБ. Почему их никто не берет? Вообще жесть. Это какой-то кринги на самом деле. Почему таких героев нельзя брать? Ну да ладно, это не наше дело. Наше главное дело это не брать этих героев. Так, у нас берется там еще и Некролути. Хитрые бобры. Хитрые бобры. Есть два от пушера, поэтому... Не знаю. Два от пушера есть. Магнус Мид пойдет, наверное. Магнус Мид. Магнус, центральный коридор. Что-нибудь такое. Какого-нибудь керри хочется. Такого бодренького, да? Наверное. Магнус, центральный коридор пойдет. Могу в хейл. Ага. Могу в хейл, говорит. БХшник, Энесик, Ускарчик, Бару. Вот, конечно, Баратрума любители. Бару хочу. Бери. Пусть берет Бару. В чем проблема? Так, тут у нас есть сейчас вот этот пик идет. И я, в принципе, решу, что можно будет взять. Потому что тут Ускар будет грязевик. Грязи будет поливать по КД. Не очень хотелось бы от Тускара страдать, но придется, скорее всего. Найкс. Но мне кажется, Морд хорошо зайдет. Найкс, потому что с Найксом надо будет как-то конкурировать. Погнали. С Найксом нужно будет как-то конкурировать. Будет немного тяжеловато. Ну, магии там тоже хватает. БХ пол лица сюрикен. О, Найкса можно будет зарезать. Под амплификацией Слардара, под бафами. Еса еще берут. Еса берут, это плохо, конечно. Фиссура перекрывать все. Так, нам кого не хватает. Я, если честно, не понимаю, почему здесь никогда не берут Трала в этих играх. Это ХЗ. Трал очень хороший саппорт. Там туск вроде мидовый. Мидовый тускар.
Мидовые. Мидовые. Что-то какое-то вот сюда. Пул. Что? Чего? Оракли? Если бы нет, сэр. Я не хейл. Четверка. Тройка, может? Тройка, четверка, пятерка. Вот эти мама-трогатели, которые вот так вот надо войсить, вот так вот. И, о, пас один. Один, о, не, минус. Думай ли пока? Думай ли пока? Ты куда пойдешь? Куда? Куда хотите пойду? Могу мид пойти. Могу мид пойти, мне все равно. Думай ли пока? Думай ли пока? Отталкивается от лайна с пиком ласт. Лину бери в хейл. Лину, да, ну, Лину. Лину задушат. Интеллекта дальнего мид героя тогда. Пусть берет. Центр. Но надо что-то с эскейпом брать на мид, потому что ес, закрывашка. Без шансоидов. Без шансоидов. Вайпер. Вайпер крепенький, конечно. Вайпер, конечно, крепенький. Что, пацаны, Магнус ХЛ. Я пойду на топ. На топе фармим. Тут всегда непонятные расстановки у пацанов. Максимально непонятные. Максимально, потому что они порой очень неадекватно ставят персонажей. Я честно не понимаю, почему или зачем. Но не суть. Короче, наш топ-лайн. Наш топ-лайн будет. Пофармим или не пофармим? Пока непонятно. Так, тускары, вот эти. Если что, даггерами просто будем подфармливать, и все, никаких проблем. Главное, чтобы мне немножко фарма дали. Все остальное получится хорошо. Если у меня будет фарм, будет хорошо. Если у Слардара будет актив, будет тоже хорошо. А то так не очень будет. Стоять без фарма, плюс еще. Проблемы будут. Тут такой проходник, этот тускар положит это. Тардик и ГВП. А это мы чилим. Не будем спускаться. Тут могут стоять, вот тут могут закрыть. Тут могут закрыть. Не буду рисковать, поэтому отойду. Некор. Но можно нападать. Краш, чарж. И поехал. Магнус полетел. Этот бежит. Ну, да, должны забрать, по идее. Слардар второй краш даст. Душить он сейчас регенится будет. Молодцы, ребята, делают ФБшку. Так, ну мы тут будем подфармливать. Под Магнусом вообще можно будет тут красоту делать. Если Магнус будет качать кнопки, которые надо, то будет очень круто. Будет очень круто. Этот будет гонять. Классический чисто лайн, на самом деле, максимально классический. Так, там ванды раскачаны. Хорошо, лайн пошел на меня, отлично. Лайн на меня пошел. Лайн пошел на меня. О, второй дед пришел. Это хорошо. Фарм есть, можно поесть. Второй дедушка работает. Главное фармить аккуратненько. Пойдет.
Так, это первый крип, которым я ошибся. А так крипстат был хороший. Найкс, конечно, вначале цапает. Там куча стиков. Не вижу смысла. Тем более, пока сапогов нету, ничего нету. Там, чуть попозже, по левелу. Поднимемся. Будет поинтереснее. Let the hunt begin. Justice shall be swift. I am the law. I will taste their fear. They shall not escape. Доберут? Хорошо. Добрали его. Да герочек помог. Так, крипы пошли в суицидалку. Найкс. Кайфует. Да ладно, под тэшку выведем, наверное. Пофиг. По таврам все крипчиков добили. Все нормально. Пока что фармим все хорошо, золото есть. Каждого крипия добиваем, это важно. Этот я без щитка, без промаха, Найкс будет, конечно, наглеть. Ух ты. Все, пора закупаться. 4 в топе, но этот сдохнет. А нет, не сдох, но бара задушит. Я почему не закупаюсь? Потому что я в магазинчик, во-первых, дойти не могу. Во-вторых, курьер занят был, там кто-то себе нес. Давайте возьмем вот так вот, вот так вот так вот. И хилочек. Хорошо, погнали. Бара может еще. Пойдем туда. Поможем вайперу. Хорошо. Но это наш клиент. И этого туда же. Хорош. Даблкил это хорошо. Это отлично. Даблкил это хорошо. Вайпер нормально там раскидал. Прекрасно даже, сказал бы я. Держим лайн, ребятки. Сейчас, в принципе, нам самое главное, это лайн сильно не толкать. Если мы лайн будем толкать, будет неудобно стоять. То есть вот сейчас я, скорее всего, сломаю лайн, потому что... У нас два деда. Получается, один дед уже откинулся. Что с курой? Почему реюзнули? У меня кур реюзнули. Кур реюзает. Лайн запушился. Базилку выкл. БХ выйдет, можно будет убивать. Хорош. Чаржа не дядь. А, нормально. Я еще живой. Ну, в принципе, пойдет. Апаемся. Правда, хпшек нету, хила нет. О, некр пришел еще. Это какая-то жесть.
Пошел-ка я отсюда. Не стой. Эй! Иди, таракан вонючий. То есть... Да! А! Ой, боже, что за хрень? Я в пятером медом намазана на топе, жесть. Ну, Магнус зато фармит, это хорошо. Найс, рендеринг закончился. Жесть, я хотел некро подзамедлить. Чтобы там... Что произошло, непонятно. Надо было просто уйти. Короче, у них очень сейчас активная такая игра. И этот актив, если я сейчас прогуляю, если я расфижу очень сильно, то будет очень-очень плохо. Реально очень плохо. Топ-тавр нам сломали. Надеюсь, дальше это не пойдет со суета. Потому что я сейчас попробую в Т2 вывести крипов. Аккуратненько пролосхитить. У Найкса все намного лучше в игре сейчас. Они просто потом в пятером будут собираться и начнется. Рипер, панчи и до свидания. У меня мартретка будет по КД на риперах. Хорошо. Бара АФК стоит просто всю игру. По левелу бары, третий левел. Да, печальный баратрум, конечно. Очень печальный. Но фарма у меня очень мало. 34 крипа. Хотя бы 6 левел апнул. Хорошо. И ТП-шечку возьмем, чтобы если что, к ребятам ТП давать и подраться можно было. Ребята, все оппоненты рассредоточились. Фармят. Ой-какой крит. А мы тут пофармим. Есть. Не хочу лайн пушить. Я так ТП-шку не дождусь. В случае, если начнется драка. У нас бара очень странный. Максимально. В случае, если начнется драка, ничего у меня здесь не получится. Я так чувствую. Найкс там. Ускоримся. Хорошо. Интересно, через что БХ будет играть, какие-нибудь догоны или что-то другое, потому что реально очень интересно, что там будет за затар. Реально очень интересно. Потому что если там magical build будет, то немножко тяжело будет в начале. Типа образно, если это будет догон в лицо, это будет ГГ. Пока фармлю. Лайн вообще стоит на месте, это хорошо. Аккуратно лайн стоим. Добиваем каждого крипи. Ждем пришествия чуваков. Пришествие чуваков может быть быстрое. Просто апаемся. И все. Understood.
Первое, что купим, это доминатор. Хотя я бы, наверное, даже и глиммер сделал бы. По-моему, неплохо зашло бы. Там и ИС. Вся вот эта шушера будет немного тяжеловато это перебивать. Что, пойдем пофайтимся, наверное, ребят. Хватит фармить. Левел есть, все есть, let's go. Стики есть, попробуем. Ребятам поможем, если что, РПшка ставится хорошая. Хорош. И погнали по чуть. Пойдет. Что там, бара фидит дальше. Кнопку дай ему на слардаре. Да уж. Скорее всего, от некро сейчас сдохну. Нет, еще живой. Еще живой пока что. Пойдет. Но надо дасты, наверное. Щиток дроп, но дасты куплю. Слардар на развороте сразу мог здесь амплификацию дать. Я не понимаю, почему он испугался. Но пойдет, драка неплохая. Мы подфармили, не сдохли. Это самое главное. И можно двигаться дальше. Можно двигаться дальше, ребятки. Что, у Баратрума все совсем плохо. Иди по варде хоть. Жесть, парнишка, конечно, интересный. Интересный парнишка. Пойдем что-нибудь. Жуманакса возьмем или волка. Можно волка взять. Будет неплохо. Жесть, конечно. Что там у Магнуса есть? Гоу. РПшку дадим. Делок наделим. РПшку дадим, делок намутим. Есть досты какие-нибудь? Хорош. Хорош крит. Ох, дасты. Чё-то бара вообще на рофле. Жесть. Бара, конечно, приколист. Но пойдет нормально. Файты получается делать. Next там Яшу возьмем. Конечно, магического урона там очень много. Очень много. Пойдет, уходим. Пойдем в Эншента, прыгнем. А внизу можно будет фармануть. Нормально так сбриваем. Вроде пока что пацаны потеряны. Немножко оппоненты. Там посмотрим, как пойдет. Давай, 126 урона, нормально. Пойдет. Давайте купим Яшу. Яша, дальше БКБ. Там посмотрим, что уже будем дотаривать. Так, они думают, что это Рошан, что ли? Или они не думают? Найс. Сейчас ребята там кривую драку затеют, да, походу? Погнали. Душить.
Так, ну мне даст ты, окей. Прыгать туда уже не буду. Не даст ты, а метка на мне. Нафиг, надо отойти. Вот это ты зря сделал. Ух ты. Ой-ой-ой. Забудем? Нормально, под бафами, хорошо. Хорошо, подзадушили. И это на вставочку, между прочим. Между прочим, это на вставочку. Надеюсь, успеваю. Не успеваю, бейте. Хорошо. Экспы немножко дали, сейчас тут подстак будет. Хорошо, руку возьму. Пойдет. Давайте сию сделаем. Потом БКБ, если что. Сия даст очень хороший актив. Очень хороший актив даст. Тем, что я смогу очень быстро двигаться. Смогу замедлять, смогу крысить очень хорошо. Тут сейчас можно будет хорошо напасть. Так, этот смело минус. Так, волк погиблый. Ой, хорош. Вот это мощненько, просто разнос. Мартретка под небольшим фармом очень хорошо себя чувствует в этих катках. Прям по кайфу. Аега, next. Можно башер даже. В принципе, я живу, мне хп хватает. Можно сделать башер сейчас. Пойдет. Можно сделать башер. Пойдет. Что там по крипиям? Волки есть, да? Волки есть. Жесть. Есть, с даггером. Давайте башер возьмем. Давайте куру возьмем. Так, так я не взял я крипа, это печально. Башер летит, у меня стоит, как говорится. Ладно. Гоу. Стики дропнем, если что, стики поднимем. Можно идти дальше. Можно хаге смело заходить. У нас еще 3 минуты есть. Погнали. Всех крипов смыли. Хорошо. Джесс, что за дота получается у нас?
Вот это, конечно, дота. Это было сейчас очень красиво, на самом деле. Реально очень красиво. Отходим. Прям реально красота. В принципе, даже и на вставочку, можно сказать. Кентавр себя отработал, стан продлил. Молодец. Тия тоже хорошо заходит. Несмотря на то, что там нужно снимать метки. И типа, казалось бы, нужна манта, но Сия... Почему я выбрал Сию? Потому что мне нужно немножко хп. Плюс это замедло, и, по-моему, это довольно-таки неплохие выборы по артефактам. Еще очень хотелось бы, конечно, ПКБ сейчас, что я, соответственно, и буду делать. ПКБ нужно. Хорошо. Аега. ПКБ дома возьмем. Сейчас Лордар там прыгает. Хорошо. В Некро, если прыгнуть, будет очень хорошо. Ладно, тут пойдет. Я могу сдохнуть тут. Но буду драться уже. Что за крит? Куда, дядь, поехали? Что за палач в топ ТБ просто? Ну это не топ ТБ, но, блин, это вообще что за хрень? 12, 16, 13, 14. Да, это жестко. Что-то вообще это Мартрет, когда 23 минуты она просто выносит, я не знаю. Но под таким саппортингом это прям... Прям жесть. Прям очень люто. Но это ГГ. Ребята сдаются. Это очень жестко. Тут можно, мне кажется, сейчас собрать просто рапиру и попытаться сделать прям красивую навставочку. Реально, красивую такую. Красивую на вставочку прям. Но это прям овер жестко. Хорошо. Это жесть. Это реально очень жестко. Что, наверное, пойдем дальше. БКБ-ха есть, все есть. В принципе, меня сейчас тупо набафают, и можно двигаться дальше, ребят, максимально далеко. Когда у вас такая команда, можно прям двигаться очень хорошо, очень агрессивно. Где-то Магнус потерялся у нас. Хорошо. Хорошо. Да как же ж она критует? Что это за криты, я не понимаю? Как она критует? Вы просто посмотрите на это. Я не понимаю, что с ней не так. Что это за фигня? 25 минут просто нереальных критований. Я не понимаю. Ну вот в отличие, конечно же, от прошлой катки, это просто что-то. Но вот разница реально видна, просто саппортинга правильно и, в принципе, относительно отсутствия ошибок, ребят. Ну и я думаю, на этом мы закончим. Напишите, какая игра вам понравилась больше, конечно. Ну и спасибо всем, кто посмотрел. Не забывайте подписаться на канал, поддержать лайком. И на этом все, ребятки. С вами был Ксаназис и до скорого. Матч-листы, конечно же, в конце я предлагаю.